Всем привет, меня зовут Леонард, а вы смотрите новое видео на канале Instant Studio. И сегодня речь пойдет о 10 самых высоких сооружений в мире. Итак, заставка, и мы начинаем. На 10 месте нашего топа оказывается здание King K Tower. 100, кстати, это количество этажей в этом здании. Это самый высокий небоскреб в городе Шэньчжэнь, китайская провинция Гуандун. Это многофункциональное здание, высота которого 442 метра. Построено в стиле модернизм. Года строительства этого здания 2007-2011 год. А мы переходим к 9 позиции, на которой расположился небоскреб Уиллис Тауэр. Антенна-шпиль высотой 527 метров. Крыша находится на высоте 441 метра. А также в этом здании находится 104 этажа. А мы только что перешли к 8 месту, на котором расположился финансовый центр Гринлэнд, который расположен в Нанкин, КНР, Китайская Народная Республика. Это сверхвысокий небоскреб, которым расположен деловой центр города Нанкин, КНР. Чтобы построить это здание, у строителей ушел ровно один год. Высота здания 450 метров. Количество этажей 89. На 7 месте расположились печально известные башни Патронос. Это 88-этажные здания, высота каких 452 метра, которые находятся в столице Малайзии. Года строительства 1992-1998 года. Верхний этаж находится на высоте 375 метров. Количество этажей 88. А на 6 месте у нас находится небоскреб Шанхайский Всемирный Финансовый Центр. Как вы догадались, он находится в Шанхае. Его строили на протяжении 12 лет, с 1997 по 2008 год. Количество этажей в этом здании 101, а его высота 492 метра. На 5 месте международный коммерческий центр, 118-этажный, 484-метровый небоскреб, построенный в 2010 году в западной части района Куалун, города Гонконг. Года строительства 2002-2010. Крыша высотой в 484 метра. В нем находится 30 пассажирных лифтов. А мы переходим к 4 месту. Тайбэй 101. Это небоскреб расположен в столице Китайской Республики. Этажность небоскреба составляет 101 этаж. Высота 509 метров. И это вместе со шпилем. Года стройки 1999-2003 год. Площадь внутри здания 421 тысяча метров квадратных. Тройку лидеров открывает Всемирный торговый центр номер 1, или же Башня Свободы. Это центральное здание в комплексе Всемирного торгового центра, строящегося в Нижнем Манхэттене, в США. Фундамент был заложен 4 июля 2004 года. Года строительства 2006-2013 год. Дата открытия запланирована на 3 декабря 2014 года. Стиль сооружения хай-тек. Этажность этого здания 104 этажа, плюс 5 этажей находится под землей. Второе место. Абрадж Айбайт, находящийся в Мекка, Саудовская Аравия. Это самое большое, но не самое высокое здание в мире. Года строительства 2004-2012 года. Высота сооружения 601 метр, а количество этажей 120. Площадь внутри здания 1 миллион 500 тысяч квадратных метров. Ну что ж, а теперь пришло время для Бурдж-Халифы. Это самое высокое сооружение, которое когда-либо строились на нашей планете. Его высота 829 метров. В нем находится 163 этажа. И оно было построено всего за 6 лет. И, кстати, интересный факт. Во время стройки за одну неделю строили 2 этажа. Это здание находится в Дубае. Торжественное открытие состоялось 4 января 2010 года. Но здание планировали открыть 9 сентября 2009 года, одновременно с открытием дубайского метрополитена. Но по техническим причинам открытие перенесли на январь 2010 года. Это здание стало самым высоким в мире с 2007 года. И вот уже на протяжении 7 лет оно продолжает им быть. Сейчас строят новое здание, которое в высоту 2 километра. Но пока его еще не открыли, Бурдж-Халифа
на вершинах нашего топа. Ну, это видео подошло к концу. Если оно тебе понравилось, поставь ему палец вверх. А также напиши в комментарии свои пожелания по улучшению канала. А также, если у вас есть вопросы ко мне, тоже пишите, я обязательно на них отвечу. А также хочу сообщить вам радостную новость. Уже с декабря на канале Instant Studio стартуют новогодние видео, поэтому на протяжении декабря вас ожидают видео, такие как «Новогодние приключения». Возвращается проект «Гураленд», один из выпусков которых выйдет на основном канале. Он будет посвящен Новому году. Также выйдет еще много разных новогодних видео, о котором вы узнаете чуть позже. Чтобы узнавать информацию первым, подпишись на мою страницу ВКонтакте, а также в Инстаграме. Ссылка есть в описании под этим видео. А с вами был я, Вагура, и знаете, я уже готов к Новому году. Ну что ж, новое видео о этом празднике уже совсем скоро на канале Instant Studio. Итак, пока. Вы только что досмотрели видео топ-10 самых высоких сооружений мира. В следующий понедельник на канале Instant Studio стартует долгожданный конкурс, который я обещал на 1000 подписчиков. Если вы хотите стать участником и выиграть главный приз, заходите на канал в следующий понедельник.